Жизнь, братан, начинаем рисование. Коронавирус уничтожает всех подряд, но мы продолжаем созидать. Вот я же Сармат, вот этот Тубер Маргинал, а вот Стас Ай как просто, а я как узко. А это Толян с мешками донатов. Потому что они великие люди, они созидатели, они художники, творцы. Изобретатели, они создали много чего, они много чего создали, они не просто болтали, а созидали, и поэтому им всем, особенно Толян, он очень много создал в этом мире, поэтому ему все донатят, мешки такие, он даже не может их унести, им нужна помощь, здесь тут нужно нарисовать Сергея Симонова, но Сергей Симонов уже не помогает ему, так что ему придется самому таскать мешки с донатами. Молодцы, ребята, донатьте, донатьте им, донатьте, чтобы они еще больше всякие просто смотрели видео молча и заказанное, и врубали следующие, и смотрели опять молча, вставляя несколько тупых фраз. Так, пейзаж из готики. Да, темно, темновато, быстро темнеет. Смотрите, какой я бездарь, я ничего не создаю. Донатов не достоин, ничего не достоин. Но спасибо тем, кто задонатил на лекарства. По гроб жизни буду вам благодарен, честно говорю. Смотрите, даже ребенок так нарисует. За первую любовь твою давай помянем старину. Давай за жизнь, давай, братан, и за друзей, и за кафтан, и за Кавказ, и за былые времена давай помянем. Хрен знает что. Давай помянем Путина. Ой, блин. Путин этот, как же он достал, когда же это все завершится, это безумие никогда не кончается. Вы не понимаете, что Путина уже давно нет, что это просто фейк, его давно в живых уже нет. Господи, что же все с вами не так? Я сумасшедший для вас. Но вы смотрите новости, Путина новости каждый день. Это я сумасшедший. Про то, как нужно посуду мыть настоящему мужику, когда женщина занимается фитнесом. Давай за жизнь, давай, братан. Я вообще не знаю, что здесь нарисовать, я здесь с памяти рисую. Я попробую нарисовать здесь город Харинис внизу. Точнее, я еще здесь не дорисовал, что мне неудобно из-за этой конструкции. Короче, я хотел здесь нарисовать такой в тумане, в полутумане. Но вот эти вот все, вот этот вот Убер Маргинал, где же Сармат, Стас, как и просто. Еще надо Вестника Дури нарисовать, кстати. Сейчас нарисую, смотрите. Вестник Дури, он выглядит вот так. Вот так. Так, то есть у него такая голова, как у рептилоида, и он очень горд, гордо такой, гордый собой, завышенная самооценка. Короче, пофиг на него. А вот это Ежи Сармат, это Убер Маргинал, кто еще там, не знаю, кого еще. Пофиг, короче, сейчас. Я должен рисовать, пока есть свет, потому что темнеет, апокалипсис нас все ждет. Можешь ты, Толян, или Ежи Сармат, или Убер Маргинал, или... Ну, Стас Айкак просто может, ладно. Или Вестник Бури, может ли его подтянуться 12 раз?
Как я бесплатно вчера на стриме потянулся. Просто так без дрыгания, без единого дрыгания, ровно руки вот так вот держа. Можешь, а? На! Как Толян, ой, как Вован говорил. На! На! И голубые ордена. Давай за жизнь, давай за нас, и за друзей, и за спецназ, за всякую там ерунду. Давай помянем старину. Вместо того, чтобы созидать, мы воевали на ненужных войнах, которые устраивали кучка банкиров и наживались на этом всем. Давай не будем думать о плохом, давай будем настоящими мужиками, как нам внушили средства массовой информации, быть настоящими мужиками, не быть художниками, быть настоящими мужиками. Ведь все знают, что каждый художник это был Гитлер. А ты знаешь, что Гитлер был художником? Это каким надо быть слоупоком, чтобы такую фразу сказать? Это просто величайший. Это я не знаю, это каждому школьнику задай, он знает это еще с детских времен, наверное, там. Наверное, там даже бабушку спроси какую-нибудь, которая уже умственно стала, и она скажет. Да, он был художником, офигенно, там, картины смотрела. И от сердца к солнцу кинет, там. Короче, ты смотри осторожно, там. За жизнь давай, братан. Чё нарисовать, братан, расскажи. Это готика. Если ты донатишь Толину, задонать Толину, потому что он создал гораздо больше, чем это. Любой этот Стас, этот Старпони создал гораздо больше этого. Тем, что напившись, лежал просто на стриме. Короче, любой блогер, которому вы донатите, они создали гораздо больше всего этого, чем я. Я просто никто. Я вон, смотри, по рисунке свои делаю. Давай донать этим величайшим деятелям и труженикам всемирным. А я лишь паразит Александр Лёнин, Тихон Мышкин. Я паразит, никто. Никто, никто. Ах. Что бы тут нарисовать? Толян пытается свои мешки на корабль, чтобы уехать из России. Ну, он там в кое-каком месте другом у его родины. У этого тоже, у этого тоже, у этого тоже. Но вот у Стаса какая просто вроде родина Россия, фиг знает. Как же донатьте им, чтобы они там продолжали смотреть видео, ржать как дебилы, всякую чушь нести и быть успешными мудилами. Капиталистическими. Дальше тебе придется идти на работу и работать на капиталиста. Работать и работать за копейки. А знаешь, почему капиталист никогда себе не сделает роботизированное полностью производство? Потому что ему не получить сверхприбыли от роботов. Только с людей он может содрать все деньги, оставив их ни с чем, вставив ему такую зарплату, что мы не сможем даже медицинскую помощь получить нормальную. А вот робот это другое дело. Сейчас я нарисую растение, которое для этого вот растения для дикаря Хоринийского. Он их собирает регулярно здесь, покупает. Так, это растение для Пита Тверкович, она собирает их, и она посылкой отправляет художнику всякие подарки. Потом вот это вот. Сейчас, следующее растение. Ой, синим. Это для Маши. Растение Ромаша. Растение Маша. Просто Маша. Она помогает художнику монтировать видео. Кого еще? Готомена. Растение под названием, какой цвет он сделал, потому что все цвета использованы просто
тот же самый цвет, блин. Короче, Готэмен, какое сделать тебе растение, напиши мне. А, вот, может вот этим сделать. Что для Готэмена зеленым тоже. Блин, нет, зеленый не пишет. А, фиолетовым сделаю для Готэмена. Для Готэмена, чтобы лучше критиковал художника, как ему записывать там. По поводу вандализма, там все вот это вот такое прочее, чтобы он репостил получше, чтобы все такое было. Готэмен вот собирает. Это собирает Дикарь, это Готэмен, это Маша, а это Пита Тверкович. Короче, они это здесь, в принципе. Кстати, нужно ограждение сделать, чтобы эти растения не сожрали всякие овцы. Кстати, самое главное, я забыл Xardas Corporation. А, вот он, Xardas. Xardas тут есть, да. Сделаем ему глаз в середине ока. Он все видит. Так что никто враг не пройдет. Там какое еще вам хотите. Какое вы бы хотели растение? Вот чего вам не хватает там? Есть, короче, такое, могу такое сделать растение, которое замедляет время, вы можете в это время, например, что-нибудь полезное сделать, ну, для меня, для моего творчества, например. Короче, сейчас вот здесь сделаю. Так, нужен коричневый. Давай, на жизнь. Короче, сделаю такое растение, которое замедляет время, типа, и ты можешь быстро много успеть. Но только во благо. Если ты сделаешь это во вред кому-то, то у тебя будут сильные побочки. То действие сразу прекратится. Вот грядка. Вот грядка с этим. Короче, оно будет замедлять время, и вы можете успеть больше за это время. Сейчас, как его назвать? Сейчас я сделаю это.